соматический больной наркоман. Дыхай давление, поиграй в мою игру. Я проверю тебя, соматический больной наркоман. Давай играть в мою игру. Вдыхай, вдыхай, ты жертва. Давай играть в мою игру. Выдыхай, выдыхай, выдыхай. Вдыхай давление. Итак, всем здорово. Это у нас получается видос, как построить стену. Так что сейчас перейдем немножко, немножко потрещим и перейдем к самой стене. Немного объясню, как ее сделать. Поэтому соберем стену примерно 50 тысяч. Это сразу говорю, не считаю провода, не считаю питание, не считаю генератор. То есть это будет чисто усилители, сабвуферы и потраченные материалы на строительство самой стены. Так, в течение 2 дней я уже собрал, можно сказать, половину конструкции, поэтому я решил сегодня сделать большую часть откосов. Вчера я собрал, можно сказать, всю конструкцию, сегодня доподгонял, можно так сказать. То есть вчера где-то часиков 5 я занимался и сегодня часика 3, то есть за 8 часов я построил практически половину. Мог бы сделать больше, но меня остановило то, что не было тупо фанеры. Так, по информации по стенам никакой нигде нету. Нашел единственное американский YouTube канал, где чувачок, короче, собрал стену, оставлю на него ссылку. Так, там у него, как я понял, две есть машины. Это его Show Car какой-то фирмы. Там, короче, все фирмы к нашим вообще никакого не имеют отношения. Даже таких я не знаю, там ни сандал, ничего такого нету. Там тупо, там как с каким-то оранжевой полоской, типа прайда, короче, с оранжевой полоской усилители. Так, сабвуферы там тоже непонятно. Чувачок, короче, собрал стену, не используя каркаса металлического. И последний видос, который я у него там нарыл, у него, по-моему, уже 160 было. Ну, частота, правда, 45. Ну, это, в принципе, для поднятия, для более проще, чтобы поднять результат, надо поднять частоту. В итоге у него 160 на 45 или на 42, что-то такое. Хотя у него усилитель, один моноблок, примерно 5,5, что-то такое. Ну, чуть больше, может. Ну, может, 6 киловатт какой-то усилитель. И 2 18-ки. Порт посередине, как ни странно. Как странно, что... Если был бы слева, возможно, был бы результат больше. Но это не точно. Так, ну ладно, давайте перейдем. Меньше пиздежа, перейдем к стене и примерно расскажу, что как делал. Ведь никто не рассказывает, нигде не найти информацию. Единственную информацию, которую я нашел на Баскубе. Если ты не знаешь, как начать стену, лучше ее не собирай. Короче, такая фишка. Ладно, поехали. Ну вот непосредственно сама стена. Ну, то есть, внутренняя часть камеры, так скажем. Так, по тому, как я собирал. По сборке у меня сначала был установлен потолок вот на такие уголки. Размеры не знаю. В принципе, можно использовать любые другие. Он тупо прикручен вот к этому усилителю и к самому потолку. Так. Далее под него я хотел сначала положить второй кусок фанеры. Потом я хотел... я хотел пеной туда пролить, пеной, меня отговорили, потому что сказали, что может, если жестко прикручен, то пена может выдавить саму крышу. Я это не стал делать. И в итоге я, короче, подложил туда просто тупо кусок пенопласта. Ну, так, чтобы он был. Не знаю, он, короче, ничего не дал, что он есть, что его нету. Так, далее. Далее были выпилены все части. Примерно рулеткой прикинуты. Блять, музыканты. Короче, были выпилены все части. Первый потолок был установлен. Далее был установлен пол. То есть он просто сейчас лежит. Он был не прикручен. Далее вот эта часть. Это у нас она крепится уже к кузову. Вот к выходу из багажника, к кузову. И с другой стороны я усилю поди еще брусом. Так, здесь также вырезан. Короче, все было вырезано, уже потом подгонялось.
Здесь вырезан кусок, крепится вот к стенке потолка. Сначала крепится друг на друга, ложится, а сверху я сделал еще вот такими вот пластинами. То есть, ну нет, честно говоря, все жестко, крепко. Вот эту часть я прикрепил, как я сказал, уже внахлёст. Вот здесь внахлёст, плюс вот железная пластина. Далее, там установлен, вот здесь видно выход пока. Там установлен брус. Далее, вот этот лист прикручен к брусу. Брус прикручен к полке. Ну, самодельный 20 мм фанера, самодельная полка. Вот я, она у меня стояла под усилки до этого, ну, давным-давно. Поэтому она так и осталась. И я к ней прикрутил брус, потом уже прикрутил вот эту стенку к брусу. И с внутренней, ой, да, ну, как это, внутренняя или внешняя, внутренняя считается. И вот здесь с внутренней стороны прикрутил, выпилил досочку, получается, сколько она? Ну, пусть будет 50 миллиметров примерно, 40-50 миллиметров с скосом. То есть сверху идет скос 45 градусов. А далее там снизу прямая она идет и просто прикручена вот так вот. Больше снизу, ну можно в принципе ее еще вниз закрепить, либо уголками, это я еще подумаю. Так, это у нас прикручено также, вот эта часть прикручена также у нас к 20 миллиметровой полке. Плюс вот здесь вот, плюс пол у нас закреплен на уголки кузову. Вот здесь идет такой усилитель. Вот к усилителю прикручен пол, плюс вот эта штука на уголках прикручена к этому, и плюс еще усилена вот такой вот вставкой. Это у нас тоже около 60 миллиметров, с двух сторон 45 градусов срезано. Тут немного градус другой, поэтому осталась такая вот щель. Но это, я думаю, полиэфиркой все закроется. Далее. Так, вот эта стенка у нас установлена на... Два бруса, 40 на 40 брус взял, закрепил с той стороны этими уголками металлическими, сверху упер и просто прикрутил, ну, прихватил к стенке. В принципе, вот этой штукой она уже фиксируется. Так, по арке. Арку хочу, сначала думал, конечно, просто завалить полиэфиркой, потом отказался от этого. Мне показалось проще вот так, потом будет разобрать, если я ее, конечно, буду разбирать. Скорее всего, я эту стену разбирать уже больше не буду, но это не точно. Я решил сделать такие же, выпилить доски 45 градусов и просто прислоняется сверху такая крышечка. Листа фанеры вот здесь не хватило, да и тут сложно было бы четко сделать по лекалу. То есть лекало у меня было вот здесь вот сделано, вот поэтому лекалу я там сделал. То есть, ну, такое лекало, я считаю, дольше бы я проковырялся, чем я вот так составное сделал. Все равно это все полиэфиркой замажется. Пеной монтажной зальется. Так, ну и что, в принципе, все. Ну, вот еще. Вот здесь вот, получается, бруски сделал. И с той стороны также сделал. Что он как, когда садишься, он прогибался. Когда уже делаешь... Ставишь брус, то есть вот здесь брус я поставлю наискосок, и уже его прижмет, и эта часть будет очень жесткая. Декоративную часть будет еще нести вот здесь, вот не знаю, будет она усиливать, не будет. Но если сделать, ну, более забить туда, чтобы хода вообще не было, то она тоже будет несущую часть нести. Ну и все, в принципе. Вот и вся стена. Сейчас по материалам еще потрещим. Так, края будут с внутренней стороны заливаться пеной, ну, с той внешней. С внутренней стороны здесь будет делаться полиэфиркой, после того, как я результат какой-то сниму. Здесь будут установлены 4 пятнашки. Ну, судя из бюджета, это будет что-то типа мачете. Ну, вот сейчас Junior вышел. Мачете, кстати, сейчас подорожало, падла. 8 тысяч стоят пятнашки. Так, ну, все, по проводам. Провода у меня получается, вот здесь пол смещен туда, и здесь сделаны вырезы вот на этом уровне. Но они там дальше, можно сказать, их вот эти провода, которые вот здесь идут там, они закрыты вот этой стенкой. Вот эти стенки закрывают провода. Но на всякий случай я отметил, чтобы сюда не крутить саморезы, чтобы не повредить провода. Это будет печально.
Так, из минусов то, что бензонасос похоронен. Здесь вот бензонасос. Но надеюсь, с ним ничего не случится. Потому что если случится, придется, я думаю, снять вот эту стенку придется. И здесь фрезером просто отверстие сделать. Ничего страшного не будет. Ну, придется пару дней потратить на это. Так, ну и все. По конструкции, кстати, конструкция очень жесткая. Сейчас на той стороне покажу. Вот, короче, вторая сторона идет. Тут вот видно усиление, тут щели более-менее подзакрыл. Ну, что-то смола потекла. Уже полиэфирка работает. Короче, смола потекла. Так, здесь по креплению вообще минимум. Здесь также брусики стоят. Вот здесь они жесткость придают большую. Здесь будет декоративно, закрою. Далее, здесь держится вот такой косой саморез, вот эта штука, и в принципе все. Ну и там еще упирается она вот в эту штуку, в принципе. Ну вот, смотрите. В принципе, вся тачка трясется, стена на месте. Так что я думаю, по прочности. Это не конечный результат. Это не конечный результат стены, так как, короче, мне надо сейчас все установить. У меня просто есть 4 или 5 видов оформления. Ну, как не оформление, а размещение сабов. Вот так вот стену я не хочу делать, потому что придется либо пассажира зажимать, чтобы пассажир сидел чуть дальше, спинка, либо вообще мне придется зажиматься, либо объем зажимать туда. Короче, неохота мне, чтобы сабы играли сюда. Так что я думаю, как будет. Либо сабы будут установлены вот так вот, в горизонт, горизонтально, либо магнитами вниз. Вниз, кстати, магнитами не получится вот из-за этой спинки. Так что, либо они будут вверх, и будет установлено, я так думаю, сделать на двух трубах. Возможно, это будет вообще бампас четвертого порядка, но как это разместить? Вот как пятнахи вот здесь разместить, я в данный момент не знаю. Когда я вот съезжу, еще фанеры возьму. По фанере, кстати, ушло 3 листа, осталось много огрызков, то есть огрызков еще много, можно много где заделать отверстия. То есть 3 листа, это получается полностью внутренняя камера в Nexi. На другие машины может идти больше или меньше. Так, но это все одинарные, везде одинарные. Бруса я купил 30 метров, не знаю зачем, потому что я его еще использую, ну, здесь. Ну, еще на усиление некоторых частей я использую брус, и больше, в принципе, он мне не понадобится. Так, 18-я фанера, или 20-я, я уж не помню. По-моему, 18-ка. 18-я фанера, получается у нас 3 листа, это 3000. И бруса 30 метров, это 600 или 700 рублей. И плюс... Все саморезы, все уголки. Самореза 2 ведра. Взял 35 мм и 41 мм. 35 это скреплять места, где не нужно, чтобы он вылезал. И 41 это где, в принципе, можно, чтобы он вылез, где не критично. И еще маленький взял, маленькими саморезами 19-ми. Я крепил вот уголки, где, ну, где нежелательно, чтобы вылезал саморез. Я взял 19-е саморезы. Упаковку 100 штук, 2 ведра, уголки, пластины. Это ушло где-то, ну, 1000, грубо. Вот сейчас цена, короче, выходит, если не считать брус, который, в принципе, бесполезен, можно было не брать, 4000 пока. Я еду, еще беру 2 листа, и получается стена 5000 плюс саморезы, вся байда. 6000 выходит, если собрать вот чисто из фанеры, двойной слой передней стенки, ну и все. Надеюсь, брус пригодится в усилении конструкции. Ну, в принципе, да, я из него распорки сделаю, поди. Возможно, распорки сделаю и шпилек, так будет меньше объема забирать. Там по месту будет все видно. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Так, ну и что еще? Все вроде. По составу системы я могу сказать, что будет 4 пятнахи, 2 усилителя Kicks уже стоят. Ну,
и будут они запущены, каждый усилитель будет в 0,5. По идее, в теории в 1 Ом он отдает в 2, ой, в 0,5 Ома он отдает 3,5 киловатта. Так, ну и все. Ждите следующего отчета. Как соберу, будет отчет полностью, без полиэфирки. И, ну и все. Ну ладно, всем удачи. Спасибо, что посмотрели этот неинформативный или информативный видео. Без заставочек, без чего-то, без музычки. Ну все, ладно, всем удачи, спасибо за просмотр. Оставайтесь.